южный берег Крыма, гора Айпетри, место путешествий туристов. Но сегодня плато на Айпетри стало строительной площадкой. На 56 метров устремилась в крымское небо мощная телевизионная антенна-ретранслятор. Теперь с окончанием ее строительства все южное побережье сможет принимать устойчивые, четкие телевизионные передачи из Симферополя и других городов. Ретрансляционная станция уже ведет передачи.